это автоматизированная сладкая система, работающая вкупе с манипулятором и ленточным конвейером. Может быть предназначена, например, для складирования и автоматической выгрузки больших объемов сельхозпродукции. Я выставляюсь сегодня с проектом по разработке печатных плат для сельхозтехники, а также для оборудования. Мы полностью пытаемся заменить иностранные печатные платы и внедрить именно наши российские производства. Мы разрабатываем проект исследовательский по разработке системы для выявления аномального поведения рыб в установках замкнутого водоснабжения, что позволяет нам сигнализировать о том, что у рыбы начала развиваться болезнь, и предотвращать эту болезнь на раннем этапе.